Добрый день, друзья! Настоящим роликом я объявляю, что проект «Русские новости» закончился. Больше обзоров новостей я делать не буду, и мои зрители на YouTube-канале хорошо заметили, что в течение 2 месяцев я сделал, по-моему, не больше 3 роликов. И, в общем, в дальнейшем я не собираюсь чаще выставлять какие-то свои видеосоображения по поводу текущих событий. Да дурака валянье. Разговаривает. Короче говоря, тот проект, который я вел достаточно много лет, я объявляю прекращенным. Изредка я буду выходить в эфир, когда это будет, ну, действительно необходимо. Либо изменится ситуация радикальным образом, и русский народ проснется, исполненный сил, пока что на это рассчитывать не приходится. Либо будут происходить какие-то события в моей собственной жизни. В основном это связано с выходом новых книг. В этом году у меня круглая дата, поэтому я решил, что надо ее каким-то образом отметить, но не так, как обычно отмечают, какими-то банкетами, поздравлениями и так далее. Желаю, чтобы все. В этом году я уже выпустил несколько книг, вот решил тоже некую такую итоговую книжку, даже не книжку, а брошюрку выпустить, вот такого небольшого размера, со своим портретом и названием «Предпоследнее». Это такая очень тоненькая книжечка, 80 страниц всего. Ее основа – это некие личные воспоминания, очерк автобиографии, но не формальный такой, а в виде рассуждений по разным эпизодам и перечисления этих эпизодов. Вот. И кроме того, я сюда включил, во-первых, может быть, не во-первых, а в последних, это полный список своих книжных публикаций, их оказалось очень много. Ну, здесь конкретно даны вместе с библиотечными кодами, так чтобы было понятно, что издано сам издатом, а что вышло в издательствах. Получилось очень много, вот я по номерам не скажу, но это больше 60 наименований. Причем вместе тут сведены, если несколько изданий было у книги, они, естественно, сведены вместе. Кроме того, здесь фильмотека, то есть то, что привлекало мое внимание когда-либо, какие-то фильмы отечественные, зарубежные, советская классика, то, что я смог вспомнить, наверное, это не полный перечень того, что достойно внимания, но, по крайней мере, здесь нет перечня того, в этот перечень не вошли те фильмы, которые недостойны внимания, всякие там пострелушки, беготня, стрельба. Фильмы Михалкова или Бондарчука-младшего сюда не вошли, они все для меня абсолютно неприемлемы. А то уж мне надоело делать замечания. В этой книжке есть программа чтения, я уже ее публиковал, но вот еще раз я ее просмотрел, что-то там добавил. Программа чтения в скобочках минимум, конечно, это минимум, но он достаточно объемный. В принципе, среднему человеку перечня авторов, которые здесь указаны, без указания произведений, хватит на всю оставшуюся жизнь, особенно при интенсивности чтения книг в нынешних поколениях. Это, конечно, очень печально, что люди вместо чтения книг занимаются перепалками в сети, пишут всякую ахинею, выдумывают сами себе какую-то иную реальность, чем та, которая известна нам из истории, из исторических исследований, просто соответствует каким-то научным представлениям о мире, о человеке, о человеческом обществе. Лучше читать книги, чем заниматься в сети вот этой ахинеей. А то пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Мне очень жаль вообще, что электронный мир вытеснил мир реальный, который в значительной степени отражен именно в русской классической литературе. Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? И еще у меня такой раздел мысли. Хотел назвать афоризмы, но потом подумал, что это будет слишком амбициозно. Поэтому здесь вот несколько страниц таких коротких высказываний, ну там, от
одной строчки до максимум 4-3-4 строчек, не больше. Вот, высказывания в основном связанные там с жизнью, верой там, и прочим, такими высокими материями. Ну вот 60 страниц это, ну, почти 60 страниц, это небольшое такое произведение со многими подглавками, которое называется «Уроки жизни». Вот это брошюрочка, которая не будет распространяться иначе как двумя способами. Первый способ — это мои друзья приезжают ко мне, мы с ними пьем чай. Между делом можно вспомнить, что мне исполнится 60 лет, хотя хотелось бы, чтобы эта дата была лет на 10 меньше, а лучше на 20, но уж так получается, что время в обратную сторону не идет. А жаль, как бы хотелось, да? Вот, и тогда я эту книжечку предоставляю. Второй способ приобретения этой книжки – это когда вы мне пишете, и я отправляю ее вам по почте. Может быть, будет и третий способ, когда будут какие-то мероприятия, я буду приносить там десяток этих книг и кому-то раздавать. Вот. Но те, кто будут получать по почте, они должны будут как-то компенсировать затраты на издание этой книжки и почтовые расходы. Но это где-то будет 200-250 рублей, вряд ли больше. Нет, ну, наверняка не больше, 200-250 рублей. Вот, поэтому, если кто-то заинтересован получить эту брошюрку, пишите мне, электронная почта моя известна, ВКонтакте тоже легко мне написать. Эту книжку по почте в конвертике я положу, ваш адрес вы мне сообщите, я вам пришлю. Вот. А так, в принципе, я решил свое 60-летие встретить таким путем, поскольку страна воюет, на войне какие-то банкеты или там шумные мероприятия мне совершенно не хочется проводить, тем более, в общем-то, я вообще не любитель таких мероприятий. Мучите сами себя, как при царском режиме. Была мысль провести вместо какого-то банкета конференцию, но я уверен, что никто не придет. Ну, можно было бы там снять большой зал, там, пригласить 200 человек, придет 50, а может быть и меньше. Люди просто обленились до последней степени. Никуда сдвигаться они не хотят, как гораздо удобнее пришел, дома сел за компьютер и со всеми пообщался, с кем захотел. Но продуктивное общение, конечно, бывает только очное. Поэтому я решил по-другому пойти. Вот, приглашаю тех, кто со мной знаком, ну или, может быть, мало знаком, но по переписке мы разберемся. Приезжать ко мне в ближнее Подмосковье на дачу — это займет у вас немного. Если у вас есть деньги на такси, то это вообще очень быстро. От ближайшего метро доехать там меньше получаса. А в будние дни, что предпочтительнее, когда дороги не забиты, то вы вообще доедете за 15-20 минут. А если хуже с деньгами, то на автобусе полчаса тоже в такое время, когда пробок нет. Если пробки есть, ну там минут 40-50, и пешочком еще через лес по хорошей дороге, по тротуарчику, который там есть, еще 1 километр. Вот так вы до меня доберетесь, мы посидим, чаю попьем, книжку я вам подарю. Ну и это будет вкладом в общую систему восстановления человеческих отношений, общения. В общем, жду в гости своих друзей с этой. Эта книжка будет как бы моим памятным подарком. Что касается других книг, то в этом году одна книжка уже издана в издательстве. Вот она, презентация ее на моем видеоканале. Ссылочка есть. И ВКонтакте тоже, на моей странице «Смуты и революции в истории России». Сейчас я эту тему продолжаю в более фундаментальной. Это обзорная работа. Я тоже надеюсь издать ее в издательстве. Скорее всего, сам издатом, я сомневаюсь, что я буду издавать какие-то книжки, потому что, ну, сейчас это и слишком дорого, и уровень доходов в моей семье резко упал. У меня был какой-то такой вот фонд, когда я продавал книжку, получал обратно деньги от читателей, снова восстанавливался этот фонд, я выпускал следующую книжку. Сейчас этот фонд, можно сказать, почти полностью рассеялся.
Поэтому замыслы есть, они вот здесь вот указаны у меня, какие книжки я собрал, с книги в работе написано. Вот «После России. Как, кто создал советскую власть?» Это продолжение, вот, можно сказать, фильма, книги о смутах. Новая книжка будет там под 700 страниц, ну где-то там 650-660. О 17-18 годе в подробности, кто именно вот по персонажам, кто создавал советскую власть. В меньшей степени там о Ленине, Троцком, Зиновьеве, Каменеве и так далее. Эти-то персонажи известны. Переписка называется Энгельса с этим чартом. Вот в целом, в том числе и там оппозиционные партии, которые были оппозиционными большевикам, вот их лидеры и так далее. И сама канва событий, исследование того, с чем выступали публично все эти лидеры. Большая, большая довольно-таки книга, исследовательская работа. Я надеюсь, что она до конца года выйдет. Тогда у меня в этом году будут выпущены две книги в издательстве. И две были сам издатом. Вот уже последний экземпляр у меня остался книги «Антихрист», которая разошлась очень быстро. Знал бы, я, наверное, напечатал бы побольше. Сейчас там еще энтузиасты еще допечатают 15 экземпляров, но уже под заказ. Я не распространяю больше эту книгу. Ну, такой объемный перевод Иоганна Изенменгера. Труда в прошлом году на эту книгу убито очень много. И такая короткая просветительская книга «Чума большевизма». Вот, отчасти я повторю ее вот в этой новой книге, но в более компактной форме, без соотнесения с современностью. Ну и как бы некоторые детали, там, ну, в основном фактура перенесена, а какие-то выводы и так далее, они удалены. Ну вот эта книга «Чума большевизма» тоже практически разошлась, но экземпляров 15 у меня осталось, и каждый может заказать. Это тоже на основе перевода одного крайне непопулярного автора. И она является продолжением книги, тоже перевода, такого авторизированного перевода, перемежаемого моими собственными там размышлениями, вставками о прошлом и о современности. Вот эта книга «Болото 20 века» вышла в предшествующем году. И вот эта пара книг, она и оформлена таким общим таким стилем. Да, вот эту книгу вы еще можете приобрести, экземпляров по 15 и другой еще осталось. Если вас эта книга интересует, то пишите мне на электронную почту или в личку ВКонтакте. Ну вот на этом я свой ролик заканчиваю. Никакого обзора нынешних событий производить невозможно, потому что люди думают только о войне. А война у нас гражданская, как я считаю, то есть это самое крайнее бедствие, которое только могло произойти с нашей страной. Виновники вам известны, некоторые считают, что этим виновникам все надо простить, и их надо во всем поддерживать, коль скоро началась война, раз война началась, не надо побеждать, но это все равно, что поддерживать большевиков. Вот в условиях гражданской войны и интервенции, ну как же, центральное правительство Ленина, Сталина, потом уже, да, надо их поддерживать. Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Вот поддерживать можно страну, русских людей, русских солдат, русских офицеров, тех, кто сражается на фронтах и не совершает военных преступлений, и кто старается минимизировать ущерб. Вот, как показывают, у меня просто сердце кровью обливается, когда показывают съемки с дрона разрушенных городов, сел. И это все называется специальная операция. Это ужасная гражданская война. Ужасная гражданская война, где преступления совершаются с обеих сторон. И, конечно, прекращение этой войны – одна из фундаментальных целей русского народа и условия его выживания. Но, видимо, вот такое сознание того, что надо где-то кого-то победить, то есть победить на самом деле самих себя, а на самом деле и не победить, а просто уничтожить. Вот это цель войны. Я не хочу дальше там впускаться в какие-то обсуждения. Я абсолютный противник этой войны, и я сторонник уничтожения обоих
политических режимов, которые эту войну развязали. Они в равной степени виновники этого бедствия, но также виновниками являются все те, кто аплодирует, говорит, готовы повторить всякую символику, вывешивает, размещает на своей одежде или там в сетевых ресурсах. Это поддержка преступления. Эта война – это абсолютное преступление. Именно это я и полагал. Там нет защиты Отечества, там нет борьбы за правду, там нет обороны, там везде нападение, зверство, убийство, разрушение. Гражданская война другой и не бывает. К сожалению, я вижу полную поддержку, ну не то чтобы тотальную, но полную поддержку этой войны как зрители. Люди с большим интересом смотрят все это дело, обсуждают, ругаются в социальных сетях, там разносят друг друга, каждый имея свою собственную позицию. Это тоже продолжение гражданской войны. Я не хочу иметь никакого, ничего общего, никакого дела, никакого диалога с теми, кто выступает за эту войну. Клим Чугункин. Те, кто выступает против, тоже порой бывают полнейшими негодяями, сторонниками поражения своего отечества. Но у меня отечество – это вся территория Российской империи. Это мое отечество. И то, что происходит сейчас, это война русских с русскими. И там, на Украине, русские позабыли, что они русские, и просто жили у края, украинцы. И здесь россияне, которые забыли, что они русские, поэтому убивают русских на Украине. Оба режима абсолютно преступных, продолжение все того же большевизма, продолжение гражданской войны, в которой правителям никого не жалко. Как сказал один большевик карлик, мы еще не начинали. То есть это еще только преамбула. Дрянь в доме, как нарыв. И, к большому сожалению, история заканчивается вот так. Как закончилась, например, история целой цивилизации в Троянской войне, которую все прославили там, включая Гомера, который единственный дошел до нас объемным произведением о Троянской войне, Илиада. Ну, в Одиссее там тоже немножко. Вот так заканчивается, собственно, это был последний всплеск цивилизации. Через несколько лет, или там пара десятилетий, от цивилизации не осталось ничего, только одни сгоревшие города. Тоже ждет и нас. Я в этом абсолютно убежден. Если я окажусь неправ, ну, значит, повезло. Значит, повезло. А так, в общем, тенденция закончилась, завершилась. История русского народа завершилась. Он занялся в очередной раз самоубийством, причем уже таким прямым, физическим. Я в этом участвовать не буду. Я противник обеих сторон в этом конфликте. И единственное, о ком я сожалею и кому готов там оказать моральную, к сожалению, материальную уже не могу помощь, это солдатам, которые там сражаются не по своей воле, а по долгу профессии, по долгу службы. Обязаны это делать. Ну, впрочем, каждый выбирает для себя, участвовать в этом или нет. Я в этом деле не участвую. Напротив, я всячески этому делу противостою. И прошу других понять, насколько преступным было решение о начале этой войны. В 2014 году или в 2022 году одна сторона или другая сторона инициировала войну. Но обе эти стороны являются преступными, и следование этой политике является поддержкой преступления. Я это преступление. Я бы этого Швондера повесил, честное слово. И такое позорное, постыдное завершение русской истории приветствовать не могу никак. Ну и отчасти по этой же причине я и прекращаю производство русских новостей и в целом снижаю свою информационную, политическую активность, поскольку в таких условиях никакой политики быть не может и жизни даже не может быть. Жизнь заканчивается у целой страны, хотя она этого пока не замечает. Будем надеяться, что все не окончательно потеряно. Но надо приготовиться к тому, что все-таки потеря состоится. И жить на русской земле будут какие-то другие народы. Наша история заканчивается. Желательно, чтобы каждый из нас подумал о том, чтобы отойти к Господу с честью и достоинством.
как каждому одиночному человеку, рождаются и умирают, как известно, в одиночестве, так и народу в целом. Слава Руси!